Друзья, 23 сентября, продолжаем показывать сегодняшние уловы. Андрей был у нас тоже на суточной рыбалке. Андрей, привет. Здравствуйте. Андрей поймал 10 хвостиков, такой прям тоже зачетной навески у него вся рыбка. Андрей, поделись, на что у тебя сегодня поклевало? Вчера с вечера на магот, розово-белый одну штучку поймал, значит, на зелено-белый одну штучку с вечера. Сегодня после запуска, там в течение часа у меня тишина была. Дальше, значит, две клюнули вот на пасту, одна на либру, а все остальные пять штук доловил на бело-зеленый магот. Вообще, в какой промежуток времени рыба была более активна? Более активна, ну, наверное, я бы сказал, вечером, хотя и утром, после запуска было неплохо, там до 12, и также с 2, и сейчас сколько, 5? 5. То есть она сейчас, то есть поактивничает еще, да? Да, да, активничала хорошо, сейчас 4 штучки добрал. А добирал где? Актив. У забора? Да, у забора. Начал рыбалку Андрей у нас вот здесь недалеко от нас, а закончил вон на той стороне, то есть прошел весь водоем, и, друзья, результат как бы налицо. 10 хвостов сейчас весим, отдельно напишу на видео, сколько вышло. Андрей, большое спасибо, что посетили нас, не забывайте приезжать. Обязательно приедем. Все, до новых встреч. До новых.